Лиды. Как это слово греет душу? И какая же большая боль таргетологов скрывается за этим словом? Реалии показали, что только самые быстрые, самые активные и предприимчивые вырвутся вперед и будут зарабатывать. Также поменялись и методы рентгена. Я уверена, тебя просто задолбали бесконечные холодные рассылки и мониторинги чатиков Telegram, где сидят еще тысячи таких же, как ты, и урвать с такой конкуренции лид, ох, как непросто. Особенно, если у тебя нет кейсов и ты не знаешь, как закрывать клиентов на консультацию. Специально для тебя я проделала большую работу и собрала самые эффективные, а также новые и незаезженные методы лидгена и протестировала их на себе. Я не буду давать тебе 30, 40, 50 методов лидгена, отдам лишь то, что работает у меня. Откуда эти методы? Я трачу много времени и денег на обучение, конференции, наставничество и консультации у сильных экспертов, чтобы всегда быть на шаг впереди. Все эти знания я собрала в максимально эффективную выжимку и готова поделиться с тобой. Я знаю, что проблема многих – это отсутствие структуры в поиске клиентов, незнание новых инструментов. В запале с понедельника мы пробуем свои стандартные методы, не получаем результата и перестаем это делать. Почти так же, как с похудением или спортом. В итоге падает мотивация, а клиентов так не прибавляется. Но давай вернемся к мысли с первого урока, что новые действия равно новый результат. А с постоянной поддержкой наставника и четким планом гораздо проще идти к намеченным целям. Благодаря выстроенной системе твое понимание о лидгене из такого превращается в такое. Благодаря этому снимается общая тревожность и хаос в голове. Пазл начинает складываться. Заблуждение многих, что рынок таргетологов перенасыщен, клиентов не найти. Но если заглянуть дальше, чем твои стандартные места поиска клиентов, то ты увидишь, что мир изобилен, и тем, кому ты можешь помочь, бесконечное множество. Каждый день на рынок выходят все новые и новые бизнесы. А если посмотреть за рубеж, и туда я покажу тебе надежный путь. Представляешь, сколько клиентов ждет тебя за пределами нашей страны? Даже если ты не говоришь на другом языке и не имеешь понятия, как там работать, я расскажу. Это правда просто. Тут пора ставить огонечки. Итак, ты уже узнал, что методов поиска клиентов у нас много, но мало привлечь, нужно еще и уметь продавать. Пиши слово «уверенность» и переходи в следующий урок, там расскажу, как стать экспертом, у которого покупают.